Это феникс. Я почему-то думала, что феникс, он прям сливочный, молочный, твердый, хрустящий, но он не такой у меня. Я, может, ошибаюсь. Паста юбе будет готовиться долго, видите, растворяется. Красивая, но растворяется. Поэтому это будет не скоро, это еще, наверное, сутки, полтора она будет растворяться, как я люблю. Там просто очень кусочки такие толстые. Просохли, так как я люблю. И такой охрененный вкус земли. Я ни разу не заказывала мел. Может, что-то посоветовать. Первый совет. И не начинайте. Второй совет. Все-таки, если мой первый совет вам не помог, купите себе пробники жирных, сухих, песочных сортов. И посмотрите, что вам понравится больше. Так, чародейку глотайте. А что могу сказать по чародейке? Старайтесь, конечно, избегать полного глотания. Так как чародейка, мне кажется, это не глина. Да, в тарелке Южный берег. Единичка. Она идеал.
Что-то вкусное для меня, не могу прям. Мокрый будет. Обязательно.